Вот вся, как я есть, перед тобой сижу. Простая русская баба по имени Дарья. Нет, на самом деле я не серьезно. Это посадский платок. Просто захотелось похвастаться. Это посадский платок, который мне подарила мама. Натуральный, не хухры-мухры. О котором я давно мечтала, потому что я все-таки русская. Вот он, мой косовец. Дело в том, что 1 апреля у меня день ангела, не путать с днем рождения. И вот, как ни странно, свой день рождения на дух я не переношу, а вот день ангела люблю. Да, собственно, тема моего видео. Мне же пришла посылка и фраше. Две. Но я все их покажу в одной куче. Мы начинаем. Что с подарков, да? Что-то все под конец показывают. Мне же надо отличиться. Вот такая очень красивая упаковочка. Такая бантиком, ленточка, все такое. Ну, под жемчуг украшение. То есть, ой. Здесь вот такое вот нежненькое ожерелье под шейку. И колечко, как водится в Ви Фраше, безразмерное. Также подарок мне пришла флешка на 4 гига вот такого плана. Я очень люблю, когда у меня техника, гаджеты белого цвета, у меня телефон. Да, и я как увидела эту флешку в подарках на сайте, я тут же загорелась, к тому же флешка никогда лишней не будет. И мой любимый подарок. Я ждала его 1,5 года. Это духи Натюрель. Наконец-то! Наконец-то! Ну просто наконец-то! Я ждала, когда они в подарок, когда будут у них акции, когда они будут высылать духи, мне пришлось ждать год. Повод был такой, что я с ними уже 5 лет, по-моему, или 4 года, не помню. Да, 5 лет. Меня к этим духам пристрастила Линочка в видео, бьюти-блогер. Я думаю, я уверена, ты ее знаешь, но я все равно ссылку на ее канал оставлю. Вот чем только эти духи не пахнут для меня. Ну, я сейчас, конечно, свои личные ассоциации, да, тебе воспроизведу. Здесь пахнет и как будто вот летней свежестью. Вот обычно летом жарко, душишься, а вот они пахнут как-то вот летней, но свежестью. Они пахнут морем, пахнут, я не знаю, феями, эльфами они пахнут. Господи, чем могут пахнуть эльфы и феи? Но для меня самое потрясающее, что вот, с чем они у меня ассоциируются, они пахнут жвачкой. Да, что-то есть такое, какой-нибудь такой вкусной же жвачкой, не мятной, не просто обычной, а вот какой-то такой вот свежий такой жвачка, такой вот, не знаю, ароматный, не знаю, как еще описать, но я уже отчаялась, я уже было собиралась, ой, мне платок соскользнул. Я даже уже собиралась забить на все и просто их купить по их ценнику. Но боги не допустили этого, и смотри, что у меня теперь есть. Далее идет то, что я заказывала, тоже по чему-то совету. Я заказала тоник Гидро Виджитал, зато тоник. Я от него балдею, он пахнет, знаешь, таким огуречным экстратом. И когда его наносишь на лицо ватным диском, и ощущения такие, будто ты наносишь огуречный экстракт. В общем, мне безумно нравится и запах, и воздействие на кожу, и вообще это идеальное средство.
Здесь, заметь, не указано рекомендации по поводу кожи, то есть он подойдет любой коже. Ну, где помада? А, вот. Также у меня на губах моя новая помада Де Фарше. По совету Сланы С, я, если правильно принесла ник, я в Фарше приобрела помаду с таким коралловым подтоном. То есть выглядит она вот так. И тебе, кстати, расскажу насчет помад печальную историю. Сам тюбик вот такой. И оттенок сейчас тебе покажу, как смотрится на коже. Ну, такого плана. Такой естественный, не вызывающий, не горячащий, не яркий. Мне нравится. Помада питательная, губы с ней не сохнут, в подпитке не нуждаются. Ну, просто прелесть. А теперь грустная история. Вот я не могла один день подождать, а буквально на следующий день, после того, как я оформила заказ, мне приходит на e-mail. У них вышла новая серия помад. Цвет, кстати, я забыла тебе озвучить цвет. Это оттенок, фиг знает какой. А, это 42-й оттенок. Оттенок называется «Оранжевая настурция». Если интересно, то код на сайте 35617. Ну, продолжаем разговор. И буквально в следующий день я получаю на e-mail уведомление о том, что у них новая коллекция тюбиков. Но она выглядит... Я вставлю картинку, как она выглядит. Плюс к этой помаде прилагается маленький футлярчик для помады зеркальца. Ага. Ну почему я не могла подождать один раз на денечек? И там был этот оттенок. Нетерпеливая какая. Ну, хоть ценник не отличался. Даже там что-то 300,5, короче, не буду врать, не помню. Под влиянием одного бьюти-блогера я заказала туалетную водичку, бурбонская ваниль. Вот честно, пользуюсь ею неделю и так и не поняла, чем же она пахнет. Но здесь есть корица однозначно. Разойдись, разойдись, грозные тучи. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Союз нерушимый. Чё? Почему я пою гимн Советского Союза? Потому что я в нём родилась. Вот он пахнет. Есть точно такой же крем для рук и жидкое мыло. Ванильный, кто-то, бурбонская ваниль. Но пахнет туалетная водичка не так. Там такой прям интенсивный запах. А здесь он такой, какой-то вот такой легкий, воздушный, но при этом с корицей. Да. И на самом деле больше ничего я не могу сказать, потому что я честно не могу понять, чем он пахнет. Ну что-то такое легкое, повторяюсь. Последнее, что я тебе покажу. Это я, ну, просто чтобы добить сумму, заказала несколько вот таких вот масочек. Тоже мне Леночка подсказала, навела на эту мысль. Маски неплохие. Вот это они одноразовые, но, в принципе, если растянуть, можно и на два раза хватить. Вот это под номер 1, то есть здесь пронумеровано 1-2, то есть видишь, 1-2. Один пилинг, второй маска. И то, и другое мне нравится. Отличная вещь. Так что, если нужно будет как-нибудь добить сумму, ну, или просто в тебе проснется любопытство, попробуй, может, тебе тоже понравится. Хотя, конечно, на вкус и цвет, к тому же у нас у всех разные типы кожи, бла-бла-бла. Так что, не факт, не факт, не факт. Но мне подошло, я довольна. Это все. Я тебе желаю... чтобы... Ой, зачем ты падаешь? Я тебе желаю, чтобы вне зависимости от того, какой на тебе аромат, и если оно тебе вообще, ты всегда благоухала бы, аки свежая роза, или лилия, или, ну, какой там у тебя любимый цветок. В общем, как вот этот цветок.
которую ты любишь. Что-то совсем какая-то сумасшедшая стала, так что хватит веселить народ. Пока!